но нет со мной кого-то. Мне грустно от чего-то. Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то, на свете. Певцов исполняет такие вещи, конечно, крайне сложные. И, тем более, если вот речь идет о Жанне Агузаровой, то, конечно, смертельный номер, да. Я напомню, что автор музыки Евгений Хафтан, а автор текста Алексей Понизовский, как выяснилось, да, а не Жанна Агузарова, которой многие приписывали авторство текста этой замечательной песни. А поскольку Алексей Понизовский многие годы прожил в Израиле, понятно, о какой стране идет речь. Итак, поем вместе «Чудесная страна».